Ребята, всем привет! Меня зовут Ира, и вы смотрите канал «Рисование для всех». И сегодня я буду рисовать Джевила, персонажа игры Дельтарун. Итак, начали. Рисуем окружность, голову. Для построения лица проводим оси, одну вертикальную и одну горизонтальную. Намечаем каркас фигуры. Нажим карандаша пока делаем очень слабым, для того, чтобы легко было исправить неточность. Ну и если хотите нарисовать точь-в-точь, как на моем рисунке, то рисуем по схеме. Дельтарун – это спин-офф игры Undertale, созданный Тоби Фоксом. Джевил – секретный босс в первой главе Дельтарун, находящийся на этаже карточного замка. Джевил – это низкорослое, упитанное гуманоидное существо с круглым серо-голубым лицом, напоминающим маску, и клоунским гримом в виде шрама на глазах. У него длинные эльфийские уши, черные глаза в виде полукруга с маленькими желтыми зрачками. У него широко улыбающийся рот с желтыми зубами и длинный фиолетовый язык, который можно увидеть либо во время его смеха, либо же во время некоторых атак. Также у него есть фиолетовый хвост, напоминающий заглавную букву G. Джевил носит фиолетовую рубашку, черные брюки и черный плащ. На нем светло-зеленая обувь, фиолетовые варежки и зелено-желтый клоунский воротник. Также он носит шутовской колпак с двумя маленькими желтыми бубенчиками. Во время игры Джевил будет находиться за решеткой, прося игрока его выпустить. Когда вы поговорите с ним в первый раз, он сообщит, что он на самом деле единственный свободный монстр в тюрьме. Также Джевил объяснит игроку, что для открытия клетки нужен ключ, и то, что старый продавец знает секрет. При взаимодействии тюремной решетки Джевила с дверным ключом появляется маленькая дверца, в которую он предлагает зайти. Внутри, в дальнем конце комнаты, Джевил будет ждать игрока, и после небольшого диалога он вступит с ним в схватку. Но продолжим наш рисунок. Да, если вам интересно узнать, как нарисовать других персонажей игр, то советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новых выпусках.
Вот такой прикольный рисунок у нас выходит. Ну а сейчас переходим к приветикам от хвостика. Ребята, также если вы захотите передать себе либо же своему другу приветик, то оставляйте заявки в комментариях уже под этим роликом. И обещаю, самые оригинальные из них попадут уже в следующее видео. Также хочу вам напомнить о новом конкурсе, который проходит в группе ВКонтакте. Совсем скоро, уже в конце этой недели, я хочу снять отдельное видео по вашим рисункам. Поэтому, кто хочет участвовать, присылайте свои рисунки с хвостиком в нашу группу ВКонтакте или же в Инстаграм. Ссылочки будут под видео. Кстати, рисунок у нас практически готов. Мне кажется, он выходит очень классно. Ну а сейчас обводим линером и раскрашиваем. Рисунок у меня получился. Ну а сейчас переходим к просмотру ваших работ, которые вы также можете прислать мне в группу ВКонтакте. Ребята, огромное вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. И если вам не трудно, то поставьте лайк и поддержите наш канал. Ну и как обычно, желаю вам отличного настроения и до скорой встречи!